Добрый день. Слышно меня? Да, вас слышно. Да, хорошо. По ссылке, пожалуйста, регистрируйтесь. У нас сегодня несколько докладов. Давайте попробуем заслушать. Лушин Артем есть? Дымченко есть? Пинега есть? Собралиева, Заболотная. Здравствуйте, никого здесь. Нет. Кто? Заболотная. Да, давайте вас послушаем. Так, видно? Так, пока. Вот, да, давайте на весь экран. Вредоносные программы руткиты. Руткиты – это особый тип вредоносных программ, которые скрывают свою активность от системного администратора или антивирусного ПО. Руткиты могут изменять работу операционной системы, скрывать процессы или файлы и даже предоставлять злоумышленнику удаленный доступ к зараженному компьютеру. Из-за своей невидимости руткиты могут быть трудными для обнаружения и удаления. Основные задачи руткитов. Во-первых, получать доступ к операционной системе с максимальными привилегиями. Это может включать в себя удаленный доступ к системе, выполнение команд, сбор информации и многое другое. А также противодействие обнаружению, то есть скрытие своего присутствия, чтобы быть максимально незаметными для пользователей и антивирусных программ. Затруднение обнаружения различными антивирусными программами. То есть они могут изменять системные файлы и компоненты, маскироваться под легитимные процессы или использовать собственные методы шифрования и сокрытия. А также обход защитных механизмов, таких как фаерволы и системы обнаружения вторжений. Они могут использовать уязвимости в ОС или в ПО, чтобы получить доступ к системе или использовать социальную инженерию для обмана пользователей и получения необходимых привилегий. Способы заражения руткитами. Во-первых, это эксплуатация уязвимости. Злоумышленники могут использовать уязвимости в операционной системе или в приложениях для внедрения руткита на компьютер. Также можно использовать методы социальной инженерии, такие как фишинговые письма или вредоносные веб-сайты. Установка программного обеспечения из недостоверных источников или сомнительных сайтов также может привести к заражению руткитами. Руткит опасен тем, что может изменять сетевой трафик на зараженной системе, перехватывать и изменять данные, передаваемые через сеть, что может привести к утечке конфиденциальной информации. Руткиты могут скрывать свои файлы и компоненты на зараженной системе, а также использовать скрытые папки и файлы. Руткиты могут иметь возможность обнаруживать и отключать антивирусные программы на зараженной системе. А теперь о статистике. В 77% случаев злоумышленники, распространяющие руткиты, преследовали мотив получения данных. Около 56% руткитов
используются в атаках на частных лиц. Преимущественно это целенаправленные атаки в отношении высокопоставленных чиновников, депутатов, а также сотрудников организаций, представляющих интерес для злоумышленников. Виды руткитов. User mode – тип руткитов, который работает на уровне пользователя операционной системы и обычно использует методы перехвата системных вызовов для скрытия своей активности. Второй вид – это kernel mode руткиты. Они оперируют на более низком уровне, имеют прямой доступ к ядру операционной системы и могут модифицировать структуры данных ядра, перехватывать системные вызовы и контролировать работы операционной системы. Третий вид – это bootkit. Руткиты, они заражают загрузочный сектор компьютера или загрузочный раздел диска, что позволяет им запускаться еще до загрузки операционной системы, что делает их особо опасными, так как они могут контролировать весь процесс загрузки компьютера и скрывать свою активность уже на этапе загрузки. Последствия заражения руткитами. Во-первых, это угроза конфиденциальности данных. Также угроза целостности системы, так как руткиты могут изменять файловую систему, реестр Windows, ядро операционной системы, также другие компоненты. И угроза доступности системы. Руткиты могут замедлить работу компьютера, вызвать зависание или даже полный отказ в доступе к системе. Выводы. Руткиты обладают способностью работать в системе очень длительное время, редко вызывая подозрения у пользователей или антивирусных программ. Они представляют собой сложнейшее испытание для средств защиты. Также из-за своей способности скрывать свое присутствие и действия они могут обойти обычные методы обнаружения вредоносных программ. Список источников. Спасибо за внимание. Спасибо. Извините, я немножко попозже зашла. Возможно, вы называли мою фамилию. Я тоже доклад делала. Дмитрий Сергеевич, у вас микрофон выключен. Спасибо, да. Давно достаточно. Да, собрали его. Я поставил, что вы не стали делать. Ну, давайте послушаем. Сейчас, минуточку.
Так, а видно ли? Да, давайте на весь экран, пожалуйста. Угу. Так, вредоносные программы. Сейчас, минуточку. Современный мир информации. Это, конечно, мир информационный, поэтому у нас каждый день мы используем какие-то новые технологии и компьютеры, компьютерные сети, которые предоставляют нам огромные возможности. Но при этом это, конечно же, сопряжено с огромным риском, так как появляются и распространяются новые вирусы. Так, что же такое вирусы? Давай сначала начнем с типа вредоносных программ. Бывают вирусы, черви, троянские кони, шпионские ПО и рекламные ПО. Это лишь основные виды. Бывают, конечно, и другие, но вот это самые распространенные. В своем докладе я расскажу в основном про вирусы. Итак, что же такое вирусы? Вирусы — это программы, способные самостоятельно распространяться и внедряться в компьютерные системы, наносящие непоправимый ущерб как корпоративным, так и индивидуальным пользователям. Существует несколько путей, по которым вирусы могут попасть на компьютер. Во-первых, это загрузка зараженных файлов из интернета или из, скажем, почты. Допустим, вам на почту отправили какой-то файл. Передача вируса через зараженные USB-накопители или другие системные устройства. Заражение через электронную почту с вредоносными вложениями, использование уязвимостей в операционной системе или программного обеспечения для внедрения вирусов. Получается, вирусы могут попасть к нам буквально с любого окна, так скажем, и нужно уметь защищать себя от них. Немножко про историю развития вирусов. С развитием компьютеров развиваются и вирусы. Так, в начале 1980-х появились первые вирусы, которые были созданы с целью причинения вреда компьютерным системам. Одним из первых стал вирус Brain, созданный в 1986 году. Он распространялся через дискеты и замедлял работу некоторых компьютеров. Замедлял работу зараженного компьютера и изменял некоторые системные параметры. Следующим появился Каскад в 1987 году. Он уже использовал сеть, чтобы распространяться. То есть он использовал уязвимости в сетевом протоколе и передавался с одного компьютера на другой, без ведома пользователей. В 1992 году появился Микеланджело. Он получил широкую известность, потому что он удалял информацию с зараженных компьютеров в определенную дату. Это было 6 марта. Как бы компьютеры развиваются и вирусы. В 2000-х годах появился вирус I Love You. Он стал одним из самых известных в свое время, так как он распространялся через электронную почту и заражал компьютеры, уничтожая файлы и отправляя себя списку контактов, которые были на этом компьютере. То есть заражая уже, так скажем, друзей пользователя этого компьютера. Так как у нас развиваются вирусы, развиваются и антивирусы. Что же такое антивирусы? Антивирусное программное обеспечение — это специализированное программное обеспечение, предназначенное для обнаружения, блокирования и удаления вредоносных программ на компьютерах, мобильных устройствах и других электронных устройств. Для защиты от вирусов также рекомендуется постоянно обновлять программное обеспечение, использовать программное обеспечение, обновлять программы и операционную систему, быть осторожным при скачивании, конечно, и скачивать только из доверенных источников. Также не стоит переходить по сомнительным ссылкам или открывать сомнительные письма, которые приходят вам на почту. Также важно делать регулярные резервные копии данных, чтобы в случае заражения удалить вирус и восстановить утерянные файлы. Сегодня существует много различных антивирусных программ, разработанных для защиты компьютерной системы.
И некоторые из них предлагают базовую защиту, в то время как другие предлагают более расширенный набор функций. Важно подобрать для себя, ну, как бы для своих нужд, но все-таки защититься себя. В заключение хочется сказать, что развитие вирусов и антивирусов — это непрерывный процесс. Как бы все идет своим ходом, и мы не можем остановить, так как мы развиваем одно, у нас развивается другое, мы не можем на это повлиять, но мы можем повлиять на свою защиту, поэтому всегда рекомендуется обезопасить себя, и как бы то, что вы себя обезопасите, это является решением данной проблемы. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. В следующий раз шарьте все-таки десктоп, иначе не листаются слайды. Поняла. Сейчас. Итак, собственно, к вопросу о безопасности. У нас проблема хакерских атак, проблема других атак, собственно, в чем? В том, что парадигма этих атак несколько изменилась, начиная с начала, то есть с 80-х и 90-х годов. Если ранее у нас атаки были вызваны, ну, просто желанием продемонстрировать свои знания, свою ловкость и умение, то на данный момент атаки вызваны желанием заработать. Если ранее нападали на компьютеры, чтобы вывести их из строя, то сейчас более популярно использование компьютеров в качестве бота, такого зомби, собирается ботнет и используется в каких-то своих целях. Ну, например, для осуществления сетевой атаки DDoS, распределенный DDoS, для майнинга используются как вычислительные ресурсы и так далее. Кроме того, опять возродилось телефонное мошенничество. Дело в том, что вообще хакинг, ну, данное слово имеет несколько значений, и, конечно, эти значения изменялись со временем. Вначале смысл хакинга был: хакеры – это те, которые глубоко изучают какую-то область, специалисты в этой области, а те, кто взламывают, их называли крекеры, взломщики. Но потом как-то все постепенно изменилось, значение слов на Западе любят менять, и сейчас и хакеры приобрели такой не совсем хороший оттенок. Вот один из известных хакеров – это Кевин Митник. Он недавно умер. Слышали что-нибудь о Кевине Митнике? Имя известное.
Да. Это все, что я слышал, к сожалению. Все, что слышали, да. Ну, на самом деле, он известен тем, что он, наверное, один из немногих, ну, во-первых, он был очень известен, популярен, а во-вторых, он один из немногих, которого за хакинг посадили. Он отсидел, вышел, организовал фирму по безопасности. Начинал он как фрикер, то есть телефонные люди, которые использовали телефоны. Фрикинг на Западе в начале ориентировался на использование недокументированных функций телефонной сети, в частности, для междугородней и международной связи. Но вы знаете, что политика телефонных компаний тогда, да и сейчас, и сотовых телефонных было в том, что они датировали местную связь за счет междугородней и тем более международной. То есть междугородняя связь была радикально дороже местной. Случайно было обнаружено, а тогда, как вы помните, у нас были импульсные телефонные аппараты, а там тоновые. Разницу вы представляете, да? Никогда не встречали, да? Импульсные и тоновые. А, это к набору номера, то есть то, что тоновое? К набору это... номера, да, да. У нас были аппараты... Да и не только у нас, и в Европе, которые набор номера за счет количества импульсов, то есть один импульс, два, ноль. Сколько импульсов? 10 по логике, да, 10 импульсов. Соответственно, помните, были... телефонные аппараты с вращающимся кругом, и вот он щелкал, когда вызывал. А в Штатах был переход на тоновый вызов, то есть каждой цифре соответствовал определенный тон. Вы это можете наблюдать у вас на сотовых телефонах, когда вас просят выбрать оценку или что-то другое, у вас нумпад высвечивается, на котором вы можете набрать и услышать трубки, как каждая цифра пищит по-своему. Так вот, было обнаружено, что в хлопьях детских была приложена игрушка в виде свистка, и вот этот свисток выдавал такой тон, который переключал телефонные аппараты в технический режим. В этом техническом режиме можно было уже сделать все, что угодно, в частности, позвонить по межгороду. Ну, и, собственно, фрикеры вот этим и занимались. Вряд ли какую-то пользу от этого экономическую получали, но, наверное, удовольствие. Следующим шагом стало получение какой-то информации из компании, тоже посредством звонков. И вот тогда, собственно, хакеры и перешли к основной хакерской стратегии, которая называется социальная инженерия. Ну и вот Кевин Митник был одним из специалистов социальной инженерии. В рамках Уголовного кодекса социальная инженерия носит название «мошенничество на доверии». Вы
атаками социальной инженерии, вероятно, сталкивались, потому что сейчас это опять самая модная тема, самые модные атаки. Центр атак социальной инженерии находится в соседнем географическом регионе. Обычно звонят, ну, несколько тем. Каждый раз меняются, естественно, они прогрессируют, меняются. Сейчас темы, то, что звонят из службы безопасности, банка, например, и говорят, что на ваше имя берут кредиты. Или более мелко звонят как бы от провайдера, говорят, что сейчас договор по последним постановлениям, договор на телефонную связь имеет срок давности, то есть он истекает, и вот якобы он истекает, ну скажем, вот прямо сейчас, 1 марта, он истекает. Поэтому, чтобы у вас связь осталась, вам нужно перезаключить договор, и для этого вам пошлют код на телефон, вы должны этот код сообщить, тогда оператор может перезаключить договор от вашего имени. Ну, это для того, чтобы вам не ехать в офис и так далее. Ну, вам говорят, вы можете поехать в офис, но можем удобно. Ну, варианты, что проводится ремонт сотовых вышек, ну и все в этом духе. Главное — вынудить человека что-то сделать с деньгами. Или послать код, с помощью которого можно авторизоваться в онлайн-банке или что-нибудь в этом духе. Все вот это является социальной инженерией, и для обычного человека это более опасно, чем стандартные вещи по атаке на компьютеры и компьютерные сети. Но они тоже опасны, но в другом ракурсе это уже более опасность для корпораций. И вот я вам рекомендую книжки Кевина Митника. Ну, тут собственно, вот три основных книги: «Искусство обмана», «Искусство вторжения» и «Призрак сети. Мемуары». Ну, естественно, как многие известные личности, Митник, естественно, сам ничего этого не писал. Для этого есть специально обученные журналисты, которые взаимодействуют, берут интервью, изучают некоторые вопросы жизни и генерят целые чудесные труды. Все эти три книжки пересекаются между собой. Когда вы их читаете, можете встретить уже бывшие, уже известные вещи, но, с другой стороны, это, наверное, позволяет лучше запомнить. От социальной инженерии Митник постепенно перешел к некоторым простым приемом нападения в сети. Ну, вот как знаток социальной инженерии, он, конечно, был специалистом, вот как технический человек,
вряд ли он представлял из себя что-то существенное. И, собственно, проблема, из-за которой его посадили, это атака на компьютер Цутомо Симамуры. Ну, вообще, на самом деле, Цутомо Симамура был специалист по информационной безопасности. Может, он и сейчас еще живой. Американский, очень известный, получал хорошие деньги. И некоторым образом он вступил в заочный конфликт с Кевином Митником. И фактически он инициировал и поддерживал процесс против Кевина Митника. Ну и в качестве центрального обвинения выступала атака на компьютер Цутомо Симамуры. Ну, представляется, что он специально оставил возможность атаки на этот компьютер. Как происходила атака, я думаю, мы посмотрим, если будет желание, на теме сетевые атаки. Ну, в общем, на данный момент это не очень принципиально. Атака была совершена. Он, Цутомо Симамура, отследил, откуда была атака, а Кевин Митник прятался от правосудия. Ну, и, соответственно, его сразу нашли и арестовали. Ну, собственно, он попался. В общем, его обвинили за всех и сорвали на нем свою злость. Потому что если бы он был более аккуратный, то вряд ли нашлись возможности бы его арестовать. Ну и в данных книгах он, собственно, описывает, как все это делается, и очень большое внимание уделяет именно социальной инженерии. Ну, на данный момент, например, использование социальной инженерии при взломе сетей и так далее рассматривается как первый и основной вариант подготовки к взлому для получения предварительной информации. Ну, для этого, например, для взлома большой корпорации нанимается человек в качестве, вот какая должность самая опасная с точки зрения безопасности корпорации? Кем бы вы нанялись, чтобы произвести предварительное обследование на безопасность данной корпорации какой-то? Кем? Не слышно просто, извините. Системный администратор. Системный администратор, хорошо. Человек, на которого сразу обратят все внимание, и наем которого будет связан с глубоким исследованием его прошлого и мест работ прошлых. Это достаточно опасное место. Кем еще можно? Директор по безопасности в компании. Очень хорошо. Ну вот вы чудесные эти, это первые люди, которых расстреляют.
И временный стажер, кто стажер. Ну, вот самая лучшая работа для того, чтобы найти проблемы с безопасностью, это уборщица. Она имеет доступ во все кабинеты. Она имеет доступ, или он, как, ну, да, она к мусору из кабинетов. Что же она видит, когда заходит в кабинет, скажем, в бухгалтерию, а в корпорации очень жесткие меры безопасности приняты. Она видит наклейку на мониторе, или бумажку на столе, или бумажку в ящике стола, где есть логин и пароль. Она узнает ответственных работников, взаимодействие между людьми, на которых потом можно подействовать. Она имеет возможность начать атаку, ну, скажем, вот такая чудесная атака, как распространение флешек с вредоносным софтом. Тут даже его не видно, что там файл находится или что-то. Достаточно, что всунуть флешку в компьютер, и она может перехватить управление BIOS-ом или EFI компьютера и внести какие-то свои изменения. Это очень удобно, если вы обнаружили в коридоре, например, флешку, ну не у себя в кабинете, у себя в кабинете это как-то странно, а вот в коридоре флешку обнаружили. Что вы с ней сделаете? Воткнем в изолированный от сети, от всего. Зашибись, да. Нет, конечно, если вы обнаружили флешку, скажем, на 1 гигабайт, на 4 гигабайта, вы, скорее всего, пойдете, отнесете ее на вахту, скажете, что было найдено и так далее. Но если вы нашли флешку на 32 гигабайта, скажем, или, не дай бог, на 64, ваша честность будет этим немного подточена. Ну и где вот уединенный компьютер будет находить тот же самый бухгалтер? Он и слов-то таких не знает, уединенный компьютер. Он пойдет и воткнет в рабочий компьютер. Посмотрит, что она рабочая, эта флешка, и будет ее использовать для своих документов, тем самым перенося вирусы, трояны или руткиты, которые работают не только на уровне операционной системы, но и на уровне железа, с одного места на другой. А если руководитель найдет эту флешку и будет использовать, вообще хорошо. Ну вот. Так вот. Главный враг находится внутри. А вообще всегда главный враг находится внутри, и защита работает именно с внутренним главным врагом. Если посмотреть, то сетевая защита в нулевых стали на это обращать большое внимание. И вначале ставились фаерволы, которые использовались не только для административного деления сети, но и для защиты.
в дальнейшем от фаерволов, ну, фаерволы-то остались, но они развились в так называемый ITS, Intrusion Detection System, системы обнаружения вторжения. Для этого проверялись пакеты, которые заходили в сеть. Статистически по марковским процессам, например, выявлялись аномалии и определялось нападение извне. То в 10-е годы на смену ИЦам уже никто о них особо не вспоминал, они стандартной вещью стали, пришли так называемые DLP, Digital Leak Prevention, которые изучали не приход пакетов извне и нападение извне, а уход пакетов изнутри наружу. Это самое опасное оказалось. Обиделся человек, например, и решил уволиться, но прежде чем уволиться, решил данные как-то забрать. Ну, мог он и на флешку записать, но в наиболее секретных вещах, в местах, во-первых, USB-порты отсутствуют или не работают. Вообще никакие порты не работают. Есть только сеть. И вот он может только по сети передать. И таким образом это можно отследить. То есть враг находится именно внутри. Ну, вообще, человек, который обижен на корпорацию, он может сделать кучу неприятных вещей, как в информационном плане, так и в физическом плане. Ну, например, тот же самый сетевой администратор может... Ну вот, например, чудесная вещь. Можно иголкой тонкой потыкать в разных местах, особенно в серверной это хорошо. А в результате оплетка пар перфорируется. То есть не дырки получаются, снаружи малозаметные или незаметные вовсе, поскольку затягивается пластик. И при каком-то движении проводов возникает замыкание, и сеть перестает работать. И потом очень можно долго искать причины проблем в сети. Вот такие добрые вещи. Можно оставить, конечно, свой пароль и свой доступ к компьютерам. Можно сделать, чтобы в определенное время, ну, скажем, через полгода или год после увольнения, стирались все ценные данные. Ну вот это к тому, что системным администратором устроиться достаточно сложно, потому что это человек, который имеет напрямую доступ к оборудованию, и его явно проверяют, нет ли у него в прошлом каких-нибудь проблем, из-за которых он может навредить корпорации. А простых людей нет, не проверяют.
Еще вам интересно будет вот такая книжка, наверное. Вы читали ее или нет, как вы скажете? Тут написано, вы, конечно, шутите, мистер Фейман. Кто такой Фейман, знаете? Ну да, это физик. У него феймановские лекции, по-моему, еще по физике. Есть феймановские лекции по физике, хорошие такие, сказочные. Вы физику изучали вообще, нет? Да, был курс. В университете или в школе? Ну, в школе, естественно, и в университете уже был. Уже был курс физики, да? То есть вы за полгода, за семестр выучили всю физику? Или вспомнили? Нет, конечно. Физику? Ну вот, Фейман, он относится к тем людям, которые известны, которые известны тем, что они известны. Ну, вот это их, собственно, основное их заслуга в науке. Ну, кроме научных трудов, ну, тут у него есть феймановские диаграммы, например, феймановские лекции по физике и так далее. Но тут вспомнить можно принцип Арнольда. Арнольда знаете, да? Но вы же каким-то образом математики. Арнольда должны знать. Про принцип Арнольда я слышал, а вот про самого Арнольда как-то... А про самого Арнольда нет. Да. Да, жалко, конечно. Ну вот, принцип Арнольда, то, что никакое явление не носит имени того, кто это явление, собственно, придумал. Все явления носят... Все вещи носят чужие имена. Ну вот, с Фейманом то же самое. Ну тут в науке куча, например, вот кто, например, формулу Кардана для решения уравнений, кубических уравнений придумал? Там, по-моему, был момент, что как назвали не тем именем, насколько я помню, разве нет? Ну, да, формулу Кардана считается, что придумал Тарталья. И вообще все, что связано с именем Кардана, придумал вовсе не Кардана. Карданов подвес, например, Карданов пал, это не он придумал. А, наверное, единственная вещь, которую действительно придумал Кардана, Кардана вы знаете, да, это математик итальянский такой, он придумал вторую формулу Виета. Формулу Виета Кардана придумал. И так далее, тут куча всего. И вот Фейман, у Феймана есть феймановские диаграммы, которые, кажется, придумал не Фейман. Фейнмановские лекции по физике, которые написал тоже не Фейман. И так далее. Но вот у него есть такие чудесные воспоминания, книжки, он их писал. Вот это написал, да, это он сам, в отличие от
мемуаров Митника и книг Митника, которые писались обычным специальным человеком. Это писал Фейман. И это у него несколько книжек есть. Вот это вот на самом деле достаточно грустная книжка, потому что он тут вспоминает свою любовь и так далее. И у него умерла она и от рака. Так вот, собственно, у него тут основное, то, что тут очень часто описано, это его всякие шуточки и всякие вещи, которые тоже можно отнести к хакингу и к социальной инженерии. Ну, тут он уже не специально это делал, это, наверное, просто ему нравилось, и он это умел делать. Написано достаточно хорошо, написано легко и, по крайней мере, у вас может сложиться вполне адекватное представление, как, собственно, элементы социальной инженерии делаются. Ну, и следующий этап после социальной инженерии – это, собственно, нападение. И нападение должно быть таким, чтобы… Ну что, мы можем или выкрасть информацию, или заставить корпорацию платить деньги, то есть… лишение ее каких-то активов. Не, достаточно недавно, лет 5 назад, уже чуть больше, лет 10 назад, получило распространение такое явление, как вирусы, криптовщики, которые или вирусы-вымогатели. Да, вначале они были достаточно простые, они блокировали доступ к рабочему столу на Windows, а потом стали криптовать файлы на локальном компьютере. И действительно было много шума по этому поводу. Естественно, они пытались получить с пользователей деньги. Но, это вещи достаточно проблемные. Оказались, шума много, денег мало. И в конце концов данные преступные элементы перешли на атаки на корпорации и на учреждения. Ну, например, в США они очень полюбили атаковать, нападать на медицинские учреждения. Как вы знаете, в США там достаточно сильный медицинский профсоюз, очень специфический. Как результат работы этого профсоюза, медики в США имеют достаточно высокие доходы. И естественно, информация о медицинских учреждениях переводится в компьютерное хранение из бумажного вида. И атаки заключались в том, что криптовалась
эта информация и требовался выкуп, чтобы получить ключ для расшифровки. Тут вообще достаточно логичное допущение, что люди, которые имеют деньги и для которых данная информация представляет большую ценность, и потеря этой информации приведет к финансовой потере, они предпочтут заплатить вымогателю и обойтись меньшими расходами, нежели потерять эту информацию. Ну и, соответственно, вряд ли они будут поднимать шум и говорить об этом. Но иногда всплывает информация, что была атака на определенные медицинские учреждения. В основном это учреждения государственного типа, которые не имеют финансирования на такие вещи. Также на разные корпорации такие нападения были. Ну, наверное, самое громкое нападение было на Garmin. Они занимаются навигаторами, часами спортивными и так далее. Ну, ранее, до появления смартфонов и всякой носимой техники, они, наверное, единственные выпускали такие вот походные навигаторы. Наверное, сейчас они единственные, которые на этом специализируются. Это походные навигаторы с картой, без не требующие доступа в сеть, с простым экраном векторным. Они работают, скажем, 2 недели, месяц от одной зарядки. То есть вот как раз в походных условиях. Телефон в походных условиях вам вряд ли поможет. И у них были зашифрованы данные всех носимых устройств, которые они продавали, и они отказались платить вымогателю. Ну, вот, собственно, стало известно только потому, что они отказались платить вымогателю. А сколько людей, сколько компаний, которые вынуждены были платить, не сообщается. Они об этом вряд ли информацию сообщат. То есть, вот видите, у нас все современные атаки, они пытаются получить какую-то выгоду из данной атаки, а не как Кевин Митник, который занимался этим из любви к искусству. Сейчас таких любителей искусства, наверное, уже и нет вовсе. Ну, естественно, ну да, все деньги, все ради денег, вымогания, получения денег и так далее. Ну и вот атаки социальной инженерии наших ближайших соседей, они тоже ради получения этих денег. Вот, например, сейчас чудесная атака. Вас она вряд ли коснулась. Она в основном работников разных госкорпораций, ну и в том числе работников высших учебных заведений, когда им чаще всего на какой-нибудь мессенджер, это на Telegram, например, Viber, WhatsApp, приходит сообщение от руководителя организации или заместителя, ну, скажем, у нас от ректора или какого-нибудь проректора, где вас называют по имени-отчеству, и когда человек
начинает отвечать с помощью психологических приемов, вот той же самой социальной инженерии. Его в конце концов вынуждают опять же какие-то финансы передать. Ну, потому что обычно не к простым работникам обращаются, а чуть повыше, скажем, уровня профессоров или так далее. У них, по крайней мере, есть финансы, которые можно изъять. Вот такие вот чудесные атаки. А какие атаки подобного рода знаете вы? Можете сказать? Никаких не встречали, не слышали? На вас не нападали? Не пытались у вас выманить деньги? Если пытались, то обычно они с первых слов либо для телефона сбрасывались, для переписок отправлялись спам, вот именно по первым словам. Наверное, самое простое то, что было раньше, когда очень часто взламывали ВКонтакте, например, и писали, пытались занять в долг от имени кого-то из знакомых. Ах, да-да, это было такое. Сейчас уже реже встречается. Да. Сейчас это я читал об этом, сам не сталкивался, но читал об этом, что в долг пытались от имени кого-то занимать. Ну или писали, что родственник какой-нибудь попал в аварию, и ему нужно решить вопрос с милицией и просит определенную сумму перечислить на телефон, чтобы был решен вопрос. Ну, вот это все вот варианты социальной инженерии или действительно мошенничество на доверие. Причем, чем больше хотят с вас или с корпорации получить ресурсов, денег, информации и так далее, тем более солидно все это проводится. Ну, в общем, ничего в принципе не меняется. И самое неприятное то, что люди и знают об этом, но если они могут легко определить такое нападение на другого человека, то есть находясь на положении стороннего наблюдателя, то когда нападают на них, то они это делают, конечно, менее легко, то есть очень часто попадаются на наживку. Ну, а все остальные технические свойства, технические нападения, это уже как бы второй этап, или второй этап, или менее прибыльная вещь. Вот, собственно, все вопросы с хакерскими атаками. Наверное, да, все развивается по спирали. И началось все именно с социальной инженерии, потом мягко переехало на атаки на персональные компьютеры корпораций, потом на персональные компьютеры. И вот сейчас опять все вернулось на уровень социальной инженерии. При этом у всех на компьютерах антивирусы стоят, на телефонах тоже антивирусы стоят, разные средства защиты, которые технику защищают очень хорошо. А вот мозг человека остается совсем незащищенным, и на него могут совершаться атаки. Ну вот, собственно, и все. Вот в этом и смысл всех хакерских атак. А есть ли какие-нибудь вопросы?
Были атаки последние лет 5? Что? Были ли атаки на РУДН в последние 5 лет? Атаки на РУДН? Ну вот, если рассматривать чисто технически, то чисто технических атак нет. Вот, да, я припомню, в прошлом году была техническая атака, один студент, то ли курсы прошел, то ли начитался, и он решил сервера университета изнутри взломать. Ну, его достаточно быстро, его IP-адрес установили, заблокировали, ну и больше он с этим ноутбуком, это был ноутбук, не появлялся и не выходил. То есть искать никого не стали, это уже другой уровень. Но вот нападения бывают. Я помню, лет 15 назад это было очень популярно, когда студенты тогда не из-за денег, а просто чтобы продемонстрировать себе или другим, что они умеют это делать. Они взламывали, пытались взломать внутренние сервера и так далее. Ну, ни к чему это не привело. Ну, это, скорее всего, да, некое хулиганство. А атаки, ну вот я говорил, атаки на работников университета, когда пишут что-то от имени руководства, это, да, вот это последнее время очень популярные атаки, и даже и в научных институтах, и в вузах рассылки делаются, что не нужно попадаться, и люди все равно попадаются на такие атаки. Вот. А технических я даже не уверен, что нормальные были. Наверное, самую сильную техническую атаку лет, наверное, 7 назад произвели метростроевцы, которые во время подготовки котлована для станции Университет Дружбы Народов перерубили кабель интернетовский, на котором сидело руководство университета. Ну вот, на 42-м перестал работать интернет. Вот это, наверное, самая известная атака техническая. Ну и самая действенная. Вот как сейчас хуситы повредили 5 кабелей между Европой и Азией. Ну, вот так же и метростроевцы повредили кабель у нашего университета. Вот так вот. Есть еще вопросы? Если вопросов нет, тогда, наверное, до свидания. До свидания. Скажите, всего пожалуйста. До свидания. До свидания. Да, да. А вот в первом этапе индивидуального проекта нужно...